В выставочном зале Дворца культуры «Арктика» прошла литературная гостиная, посвященная творчеству Сергея Есенина. Гости услышали не только знаменитые произведения поэта, но и узнали подробности жизни лирика. Подробности далее. Солнцем на лугу, обвита желтая дорога. Под аккомпанемент гитары стихотворения Сергея Есенина превращаются в песню. «Устал я жить в родном краю» – одно из знаменитых произведений автора. Но не только оно прозвучало на литературной гостиной, посвященной тонкому лирику. Этот вечер мы проводим совместно с театром Творецкого, актеры которого будут исполнять литературные произведения. Кроме того, наши посетители смогут услышать произведения Сергея Есенина, положенные на музыку в исполнении гостя нашего округа Александра Хвастова. Александр в нашем городе оказался проездом, но, увидев информацию о литературном вечере, недолго думая, решил присоединиться. Ведь творчество Сергея Есенина не может оставить равнодушным. Тонкий лирик из Рязанской области написал произведения, которые отзываются в душах людей и по сей день. А сам Александр родом из Тамбовской области, которая находится недалеко от родины поэта. И еще будучи школьником, я посещал эти места. Они наложили серьезный отпечаток для моего дальнейшего погружения в тему творчества поэта. Подобные литературные вечера проводятся с целью популяризации творчества великих поэтов и писателей. На них вы узнаете новые и интересные детали из жизни, а также можете услышать знакомые произведения устами нынешнего поколения, чтобы лишь на шаг приблизиться к творчеству литературных гениев. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».